Всем привет! Сегодня мы покемпим. Попробуем. Трафик сегодня 31 000. Так, наверное, мне кажется, музыка маленько громко. Чуть-чуть подубавлю. Совсем тихо. Вот так оставлю. Нормально. Пока шаттлы летают всякие там разношерстные. Стерку вижу, бритчер, косяка мелочевка. С одного шота. Ну ладно. Я тут. Подходи, подходи, Андрей. Здесь мой мобила бубль целый остался в соседней системе. Питер Тау. М? Астера Питер Тау. Да, да, я вижу. А вы еще летаете где-то, да? Да, мы на кемп стали. Еще один блиц тестикул. На чем не видно пока. Так, Саня фэкапал, я так понял. Ну, пока, видимо. Так. Опа-па! Мои дроны кто-то спер. Очевидно. Кто-то у меня в мобиле посидел. Дронов спер. Надо на этих дронов накидать еще. Наверное, стерка. А посмотрим здесь. Ну, здесь влом. Дроны на месте. Непись поубиваем немножко. А здесь я сделаю. Ты куда морнул? Да, пока стой там, я в небе просто стреляю. Пока никого. Дронов закину. У нас есть морователи дронов. Так один. Вот так вот. Пока чисто все. Так, давай, дронов. Да что ж ты? Слишком далеко отлетел, придется еще одну пачку. Нет, не так. Стоп. Слишком далеко от бубля отлетел.
Леха тут? Ага. Подтягивайся, просвети меня. Так, это товарищ стримит, нет? Да, скажи, да, да, да. Все, тогда не просвещу. Ладно. Или сдвинем его на канал туда куда-нибудь, в днище, да, Ксапа? Не, я могу ниже спуститься, но у меня как будет слушать, я не знаю. Или могу я, знаешь, как, может, я замьючу, Лёх? А как у меня тогда? Я хотел спросить, можно в игре под пост встать или нет? Конечно. Конечно, можно. Тебе ничего не... это просто пост, это же не тозер. Сейчас еще раз проверю, гекочник нет. Что-то как-то криво, мне не нравится. Дрона закинул бубли. Кто-то спер дронов у меня. Пока я там готовил. Это Энди Бурмс все время приходит потырить твои дроны. Специально. Может, ему подарить их? Чуть-чуть. Так, Саня, вот нужно, чтобы АФК освободил систему М9U. Фокус стану. Да, деклоп прошел. Нормально. Ну, еще пачку брошу. Пойдет. Сегодня здесь на гите человечек на тенге слил на гите от дреда тухлярдовую тенгу и штар также от дреда. Было это до ДТ. По килборде мы посмотрели. Чувак, ну как так можно заснуть на гите и потерять 2 лярда? Я не знаю. Unreal. Докину еще дрона в карго. Дрон повернее. Сразу приготовлю. Мало ли. Так, а здесь я не посмотрел. Сперли дроны мне или нет? Сейчас проверим. Вчера вообще огонь трафик был. Вчера что у нас? Суббота была, да, суббота прям один за одним, один за одним, один за одним. Равен, Праксис был, Тенга, Гнозис был на 300 миллионов, по-моему, да, и капсулу на 700 миллионов была. Трафик прям вообще огонь был. 25 нейтралов, мне удалось поймать 25 нейтралов. Сегодня уже воскресенье. 9 января.
А, мне тут дронов еще стырили. Все, вижу, дронов тоже потырили. Так. Здесь на месте. Вот здесь стырили мне. Мне кажется, это Астерка. Бедная Астерка. Т-1 дронов ей не хватает. Ну, мы еще закинем. Нам не сложно. Для этого мобилу сначала сброшу. Мобилу брошу дрона, потом мобилу уберу. Сейчас выставится, скорость упадет. Ну, что ж ты так долго выставляешься? Еще раз проверю, что-то не то. Да нет. А, далеко отлетел. Наверное, мискликнул. 5 километров, да, далеко. Нейтрал. КАИ. Ну, посмотрим сейчас. Анчор, 50 секунд осталось. Капсула. Да, у нас циклон, драковак, диктор. Диктора нет пока. Дикторов и кашет. А, капсула. Давай с капсулы начнем. Андрей. А, плюс еще тут. Подожди, еще тут нейтральчик. Посмотрим. А, Бузард 28. Все понятно. Капсула пропрыгнула. В принципе, можно заходить. Заходи. Бузарда мы не поймаем. Он к нору идет. Наверное, может обойти. Нет, не обходит. По прямой летит. Да. Так все и начинается. Весь кемп начинается с маленькой капсулы, заканчивается лярдовыми кораблями. Такое бывает. Его, смотри, как капсулу затащила. В мобилу капсулу затащила. Он даже не пытается отъехать, да? Ну стопнулся, все. Ну да. Ты подожди, все, теперь давай. Все, в ноль давай. Ну капсулу я, наверное, не буду записывать статус. Пожалуй, только статус запишу Empire, тоже он там ноль. 0-0 стоимость исков будем считать. Да так и есть. Считать-то нечего. Вот хоть тяжелых дронов закидывай, чтоб не воровали, чтоб не влазило ни в дрон бэй, ни в карго. Просто иногда запариваешься перекидывать этих дронов. Мобил. Пустая капсула. Давай, уходим, да. Еще нейтрал есть какой-то.
Сигнатур вроде новых нет. Одна старая сигнатура. Комбат сайт. Да, кто-то был, я что-то не заметил на подскане, кто был. До этого где-то, как я перед тем, как начал стримить, у нас Макарил проходил, и даже Астерка не успела догнать Макарила. 5 систем прыгали за ним. Ну, что-то как блоха перескакал все системы. Не смогли поймать. Ну, опять же, мы не готовы были к кемпу. Все спонтанно получилось, как всегда. Ускакал Макарил. Варп-драйв, не понял. Это что за... Я вообще вытопил из мобилы. Варп-драйв актив. Вот на сейс подпрыгнул, походу я. Вот так. Посмотрим. Трафик вроде 31 на 1000. Будет ли проходимость сегодня какая-то? Нет. Пока непонятно. Да, бывают такие застои. Часто и же 2 часа никого нету. Потом как трафик идет, контент идет. Не успеваешь управлять всеми окнами сразу в один момент. Вчера потерял дрековака одного. Долго у меня тут летал на кемпе. От праксиса причем. Как-то я не напряженно с ним дрался, потому что не ожидал от него такого удара. Вроде и под логистом был драковак, и как бы практиков тоже убивал, до этого ловил. Было не так сложно. А в этот раз попался такой прошаренный практик на торпедках. Вот. Не затащил драковаком, то есть драковак отъехал на бордо. Ну, конечно же, праксиса мы убили. Праксис оказался около 500 миллионов стоил. Хороший праксис был. Вот такие ребята, вот которые умеют играть, да, прилетают на хороших кораблях. Вот я такие фиты собираю. Анализирую их. Нейтрал. Нейтрал в КАИ. Посмотрим, кто это будет. Опять капсула какая-то. Капсула. Да. Любимый корабль Хурды. Шаттлы, капсулы, импайреры. Ну это хорошо, она улетела в другую систему. Не хочу я их ловить уже. Сегодня посерьезнее, пускай запускается. Тут народ сидел где-то полчаса назад, человек 10 было в КАИ. Я не знаю, там вообще корпорация другая была, альянс другой. Возможно, в Клоке какие-нибудь Сины, там, ну, эти Black Ops, возможно. Пока непонятно. Но они ушли уже.
Так, а где один тут нейтрал? А, вот он сидит один. Вот я не знаю, кто это, чё они. Вот этот. Один из них. Один остался. Сейчас найду этот Праксис. Элизианцы. Это люди, которые, с которыми мы дрались. И один раз они нас убили. Они, один раз нас они победили. Поэтому это серьезные ребята. Угу. И их здесь много. Ну, я первый раз их вижу. Пару раз мы их убили, и они поняли, что как бы на равных это не по фэншую драться. Начали все время какие-то блобы вводить. Угу. Еще один нейтрал КАИ. Хурда, водня. Шаттл. Неинтересно. Он к нам летит. И проходить. Ну вот такой. Праксис вчера прилетел. Да. Да, с торпедками. Скребок у него. Что там дальше? Граплер. Пейнтер, трейд пейнтер. Да, под логистом такой драковак умирает. Ну, понятно, если бы я вышел на дизраптор дистанцию, то есть он бы мог МЖДшнуться, по сути. Вот, и канцелярка арморно-ларжовая. И армор-репейр. Еще один ларжовый. И что там у него? Реактивка. Такой хороший фитец, мне понравился. Чувак летает соло, умеет играть. Пока трафика я не вижу. Трафик пока на стадии тишины. Сейчас на данный момент мы посмотрим. Посмотрим еще. Ждем. Ждем, ждем. Слушай, Андрей, тут чувак-то, вот, которого мы убивали вчера, Легион, кто там был второй-то? Протеус. Протеус, да. Вот, и ты файтился с ним тоже, ну, я имею в виду до этого, там еще чувак третий, ну, я так понял, бейтовый чувак, и Скиф там, по-моему, был, я видел, ты сливал на нем, об него что-то, не помню уже, что. Об Скиф? Да, Нет, это Леха слил или кто-то слил. Да, да, потому что я видел, как скиф бейтовый был, и ты. Нет, да. И ты там тоже в келее там был. Я не помню, то ли циклон, то ли что-то потерял такое. Там потому что еще два чуваки, вот эти, тоже те, которые налетали на Протеусы и на Легионе. Вот те же чуваки подлетели и начали это уже саппортить скифа. Ну, специально. И вот чувак прилетал вчера, вот когда мы ловили тоже кемпели. Астерка у меня на Limited Sleeper Cache забилась с одной астеркой. Ну, астерка ушла. Потом туда же прилетает через 5 минут Анасама. Я чуть не сдох от Анасамы на астерке. Потому что там еще облако било, и у меня это облако херачило дронов. Я думаю, ну я отлечу, потому что он на скрипок меня посадил на сеточку, и как бы я не ожидал такого момента. Но он сам отъехал от этого же облака. Моя стерка едва выжила там. И вот и тот же чувак, вот который вот я тебе про которого говорил, что вот на Легионе, вот, по-моему, вот, вроде бы они там летали. Да. И Кикимора хотела пройти. Я так понял, Кикимора не смогла ко мне зайти, помочь ничего, потому что туда, по-моему, только эти. Фриги. Фриги, да.
заходит. Все, и он обломался зайти. Ну, я вижу пару нейтралов, пока непонятно, кто есть кто. Сигнатур нету никаких. Это они затаились. А, вот этот из той же корпорации, чувак. Понятно. А вот это... Элизиумы эти достаточно активно летают. Ну так. Ну, я даже не видел, на каких кораблях они были сегодня. Просто какие-то они в стелс-режиме. Подозрительно, как-то все тихо. Алексей не подойдет сегодня? Не готов сказать, не знаю. Летают они, они русские, я так понимаю, летают вместе с бандерлогами. Угу. В основном на каком-то говне. Если в общем сказать. Ну, понятно. Посмотрим. У нас еще плюс в Unreal. Unreal Union Shuttle. Ну, что-то они сегодня на шаттлах прям. И в КАИ. Пандемик. Да, пандемик. Никого не вижу по скане. Иштар на подскане. Это не наш который способ. Подожди, нет. Подожди, Джейсон Буи. Слушай, ну он, я не уверен, что сюда пойдет к нам. Он пошел в И6. Сейчас я чекну. Давай-ка это на КИ пойдем. Я попробую Астерка перехватить. Я не уверен, что я выживу. Ты куда лететь? В КИ на И6. Через 28 или через... Через М9Ю. Я не успею, он уже отворпал по-любому. Ну, посмотрим. Надо было раньше мне полететь. Не, ну ПК нет. Да, походу я его просто не успел. Ну, прям... Даже не знаю, как сказать это. Провтыкал. То есть не проходим, конечно, да, тоже? Там можешь прям в И6 пройти пока. Я тебе про них и говорил. Не, ну я не успею догнать. Тут, блин, по-моему, без вариков. Я в И6 захожу. Ну пока стой здесь, Андрей. Далеко уже пошли. Гоняться за ним я не хочу. Посмотрю здесь.
понял, что ты у меня не открываешься. А, ну, пацкан чист, понятно, все. Ходишь, не проходи, вдруг они на меня садятся. Кто? Себастьян. И... А чё они на тебя должны садиться? А чё бы нет, я один. А, тоже прошел. Ну. Пошли назад. Но мне надо выяснить вот это кто сначала. Кто это такие, на чем сидят. Как-никак. Понять. А. Одного я вижу, это на астерке. Чувак пропрыгивает. И куда ты летишь, дружище? Надеюсь, не за дронами какими моими. Нет, он оттапливает в сторону меня, потому что я сижу там, где дроны. Вот. Глазки поставлю. Нормально. Ушки. Андрей, не пси, поставляй. Ну все, какой-то старый, понятно. Это обзорки делает старка. Ясно. Готовится. Полетать здесь в будущем. Обзорка разводилась, раздвоилась. А, слушай, возможно, да, такое бывает, я тоже обращаю внимание. Это глюк Евы, наверное, все-таки. Что-то, ну, я даже сейчас не обратил внимания, нет, вроде все нормально с обзоркой. Не раздваивается. Ну, бывает, да, там задержка какая-то, что ли. Вот, наверное, с серверами проблемы. Четко. Редко, но бывает. Она как бы потом отлипает и нормально становится. Отошел сейчас зубы. А, хорошо. Посмотрим, может кто придет еще. Кем такое дело? А, хорошо, минуту назад было. Ясно. Так, есть один нейтрал. Ждем. Не вижу на подсказке пока никого. Опять хорд.
да, 12 дней прям активно ребята принимают новеньких и новеньких, новеньких и новеньких. Что тут, что тут? А, хурда опять. Ну, я не знаю, кто это, на чем. Брутикс. Ну, я не думаю, что он к нам пойдет. А, нет. К нам идет. Окей. Сейчас будем с Брутиксом биться. Готовься. А что-то он встал. Завис что-то. Что сейчас пойдет? Это ж хурда. Стоит на гейте. Стопнулся. Может, бейт какой-нибудь. Может, ошибся гейтом. Слушай, он начал двигаться, наверное, отварпывает. Подожди. Он ушел. Он... Давай этот, слушай, на М9Ю. Пошли на М9Ю и в КИ, опять же, так же, по тому же принципу. О, В6, В6 потом. Что-то он заднюю включил. А, в КИ пока не проходи, просто в ноль прыгай. Нет, хотя подожди, нет, проходи, проходи, он прошел. Возможно, он в атюх прыгнул, я не знаю. Сейчас посмотрим. Да, в атюх ушел. Ничего, в атюхе поймаю. Да так я уже не догоню мастерий. Я-то прыгнул в В6. Ну, нет, подожди, в Атиох там не очень-то как бы спокойно. Сам понимаешь. Единица там одни крабы, то есть мы бы его успели убить, прежде чем они бы еще репу чесали, что делать. А, возможно. Скорее всего, что программа, через которую ты выводишь видео без настроек самого захвата или настройки сбились. Возможно. А проверю еще раз потом. Буду с начала стрима, проверю еще раз. Ой-ой-ой. Непись бьет. Ну здесь три нейтрала. Три нейтрала в атюхе. А, один из них, по-моему, Брутикс. Я улетел на удар. Все, я понял, хорошо. Не, могу вернуться. Если... Не надо пока. Просто далеко не уходи, сейчас посмотрим. А что, в будущем вообще Black Ops сюда как-то закинуть? Ну, посмотреть, как пойдет с Black Ops здесь. А, понятно, Иштар прилипает к станции сейчас, наверное, по-любому. Да, вот он прилипает к станции. Все. Нейтрал для него, да, это... Паник. Режим паники включен. Любой нейтрал. Шаттл, не шаттл. Все, автоматически они прилипают к станциям. Ладно, рулим отсюда.
Ну, что Брутикс хотел, я так и не понял. Зачем он в ноль приворпал? Возможно, бейтил? Бейт какой-то был своеобразный. Или он заблудился в системах и передумал. Что-то. Ну, хотел прыгнуть, не прыгнул. Как бы, да, это его спасло. А может быть, нас спасло. Кто его знает. Просто включая Эву в оконном режиме, захвата окно с Эвы. Когда стримишь в режиме на весь монитор, программа карта артефакт выдает такие приколы. А, ну смотри, у меня сейчас все в режим окном. Я уже несколько лет играю в оконном режиме. Видишь, у меня даже монитор. Не то, что монитор, а сразу видно два аккаунта. Это говорит о том, что Ева даже захватывает не сразу, не одно окно, а несколько окон. То есть у меня вывод идет не с Евы, а с монитора идет. Все, что показано на мониторе, у меня показывает... Возвращаюсь. У меня показывает с монитора, не с самой Евы. Что у тебя? Я возвращаюсь. Маленько музыку сменю. Вот. А то плейлист уже приелся. Одно и то же слушать. Да нет, ничего страшного. Так это два аккаунта. Тогда тут проблем никаких нет, сорян. Не-не, все нормально. На одном мониторе два окна, на другом три окна. Да, еще планирую третий монитор с третьим вывести трансляцию, ABS-ку, ну, все вот эти настроечки, чтобы у меня видно было одним монитором. Пока сейчас обхожусь вот такими костыльными способами. Не очень-то удобно оперировать всем, в то же время еще принимать какие-то участия в PvP. Сложно все это. Ну что у нас сегодня вообще, какая-нибудь движуха будет или нет? Или мы будем так сидеть, куковать на гите? Не, ну если, я думаю, где-то часик посидеть, посмотрим, да? Трафик появится, нет, кто-нибудь появится. Ну хотя бы там пару килочков сделать. Я полечу в Штейн и посмотрим там, что вообще. За мое отсутствие что-то есть, какие-то изменения, нет. Пришли, может, какие-нибудь кемперы. Новенький прилетает. Аж так бывает. Здесь я не был
наверное, неделю, полторы в этих системах. Как-то нейтрала маленько подрасслабились, что ли. Летать чаще стали. Вот вчера зашел, прям трафик огонь был. Т-3-шика, Тенгу, Протеуса поймали. Легиона. Вот. До кучи Локи. Локи проходила, но Локи мы раза два-три пропустили разных Локи. Ну, там по разным причинам. Вот. Где-то через Сейспот проходил кто-то, кто-то Нулифайр. Ну, не так просто же их все равно поймать. Вот, пропустили их. Просто хотелось, чтобы вот эта пачка вся была за один день поймана. Четыре раза вот этих. Но Локи комплектом не стало. 20 радиуса тоже перехватили. И ганги тоже были вчера. Человек 10-15 там на крузаках тоже прилетали, на БКшках. Пытались нас как-то поймать. Тоже в мобилах, а ну, вроде бы это. Вышли живыми все, никто ничего не потерял. Как бы вовремя я заметил, что это был бейт, там тоже какой-то из крузаков подходил к нам в мобилу. Пытались его поймать, но подумались вовремя. А, нейтрал V7. Пацифайр. Вопрос, куда пойдет? Давай, знаешь, что сделаем? Я мобилу раздую в Инраэле, а мы ждать будем все-таки здесь. Ну, уходить никуда не будем. Просто им здесь появится, здесь появится в Инраэль. Будем в Инраэль переходить. Слышишь, Андрей? Андрей. Понятно. А, вроде бы говорил, что уйдет. Мобилу сброшу. Дроны на месте, все окей. И, ага, проблема. Проблема такая с пацифайером, что он летит через обзорки. Долго летит от гейта к гейту. Это говорит о том, что он летает через обзорки. И что будет проблемно поймать его в мобиле. Скорее всего, он не приземлится в нее. Вот. Я посмотрю борду. Да, он ушел, покинул систему. Че он там терял? Пацифайр есть. Вот он, пацифайр один. Но он не боевой. Понятно, нулифайрный, все дела. Да, он еще и нулифайрный. Четыре сигнатуры здесь. Какая-то новая появилась одна. О, салюты пошли откуда-то. У нас Атрон веселый. Это он? По-моему, он, да. По-моему, он что-то быстро как-то пришел сюда. Давай попробуем поймать. Ну, вряд ли, наверное. Он приземлится к нам. Попробуем, тем не менее. Проходим. Проходить не надо, в мобилу прыгаем.
Ну, долго мобилу не приземляется, это говорит о том, что только через одну обзорку он летит. Мобилу беру в Unreal'е. А новая сигнатура появилась, это у нас так, JSON-DT ZQG. На подскане пьется Pacifier. Ну да, он через нулифайер, тем более, и через обзорку летел изначально. Тут такой вариант без вариантов. Давай в ноль. В этом плане ловить таких астеров, пацифайеров, там, ну, все, что кочное, да, там, трешки, лучше всего на пустую систему. Без сигнатур. Да, тут сигнатуры есть у нас. То есть вот 4 штуки. Есть 3 отфильтрованных и одна здесь. Если, ну, понятно, что если кто-то в системе будет, человек будет лететь через обзорку. Чаще всего. Умный человек, да, будет лететь через обзорку. Вот. Но как заставить пилота лететь от гейта к гейту, чтобы попал он в мобилу? Нужны пустые системы. Да, человек видит, что нет никаких сигнатур, видит, что нейтралов нет. Он будет прыгать по прямой. В 90% случаев, 95% случаев. Ну, вот так это работает мозг у человека. Может, эра где-нибудь хотя бы какая-нибудь открылась. Трафик бы побольше, может, был. Да какой побольше? Вообще никакого его сейчас нет на данный момент. На, Нипс, вижу. Опа, Непись отворопала. Испугалась. За дредом полетела. Чё, нам дред попадется, нет? Это сколько мы тут сидим, да, вот это самое. Ни разу дред не прилетал. Ну, ты редко здесь бываешь. Он прилетает регулярно и висит даже на дете Конора. Я пытался на него напасть на своем праксисе. Подожди, речь идет о системе, где мы находимся. Ну, так он тут, да, они тут бывают. Он мне праксис мой трехшелбустерный каждым залпом пробивал на 5000 попаданий. Угу. А я ему едва начал шилд сносить, и когда я понял, что сейчас мне надо будет перезаряжаться, я сбежал. А он поинтит, нет? Он поинтит, но я был прямо на гите. Ну понятно, что провалиться можно было, да. Да, там же не этот желтый таймер. Да. Ну вот, Лёх, что-то в воскресенье вообще никакой движухи нет, в принципе.
Так, мне, по-моему, тут пишут всякие боты, рекламщики, не знаю, кто это такие. Я сначала понять не мог, кто это в сообщении пишет. А потом, как выяснилось, это какой-то бот-спам, что ли. Сайты свои какие-то рекламируют. Предоносные ссылки, все такое. По скиллам час осталось удаленный армор репер. Ага, то мне вот как раз этот скилл нужен для откачивания логиста моего, прям вообще только сейчас закончил пятерочку. Артиллерия, ну, здесь понятно. Пускай дальше автоматом качается. Ну как, я ж тебя весь зачищал список, ты опять появляешься. Это как такое? Возможно. Вот. Проверю, 6. Может, движ какой-то есть. А вот. Вот. Так, на станции никого нету. Нет, я здесь прям постою на гите. Ну, посмотрим. Тут пройдет. Они... Сатюх, пандемик опять. Так, непись. Плюс еще один какой-то. Слушай, давай в М9Ю провались. Прям сейчас. И на КИ едь. Провались в М9Ю и на КИ едь, пожалуйста. Блин, мне сейчас СССРка отъедет. В КИ проходи. В КИ нет. Стой. Давай, в КИ я Иштара держу. Прям на гите? Да, на И6. На Лайт Фотона. Да, отъехал Астера. Натёх уж. Угу, давай натёх. Ноль. Он в огре, он не может пройти сейчас. Давай натёх. Лови, прямо сразу лови. Натёх.
Stargate denies you permission to jump at the moment. 30 секунд у него. Давай, я тут на ту сторону перевалюсь, а вы здесь держите. Только смотри. У меня тоже таймер заканчивается. Держи, Андрей, здесь его? Он прошел. Все понятно. Хикатка? Нет, она на цити. Ну, я вижу. На бридже. Понял. Сюда придет сейчас. Пускай. Ох, локал, локал. Она меня лочит, кстати, со 100 километров. Вот он. Будем бить? Не, да, не, да, да. Нет, ну хоть. А. Понятно. Вагабон пришел. Там много чего пришло. Хорошо. Походу, да. Вот он, я про что и говорил. Угу. Ты как там, уходишь? Да фиг его знает. Ты оставил свою, лутаешь, не? Да, я залутал. Пошли отсюда. А, все, мне этот не прошел. Кто? А, Нериус у меня остался. Да, ё-моё. Его просто на эту ногу какую оторвал. Что там за флот? Да все, Неонерис-то ушел на борду. Вагабонд, Ягуар, Пилигрим, Стабер, Хиката, ну там много. Пилигрим, Стабер, Хиката мы убиваем. Хиката дальняя, у нее там 300 ДПС. Ну давай, давай. Трое всего, что ли? Еще раз, Андрей. Хиката, Вагабонд, Гриффин, Пилигрим, Ягуар. А, ну другое дело. Их много, еще за гейтом может набуститься. Ты что думаешь? Просто что они тут стоят? Хорошо, давай. Все понятно. Пока уйду. Ну вот, за Иштаром погнались. Где у меня тут резерв?
будь добр. Комбайк. Не, ну драковак у меня хоть выжил. На рис-то пофигу мне. По сути. Что есть, то есть. Этого Димона мы вчера на чем убивали? Димона? Который? Не знаю. Смотрю, не могу вспомнить. А, скетчфрит. И он с нулевой скоростью стоит, вывалился из НРЛа. Ага, едет куда-то. Ну, парочки наделаю здесь. Да что ты? Это кривая. На чем да что ты будешь прыгать куда-нибудь, нет? Или стоять на месте? А, вчера-то, которого убивали-то. Вспомнил, понял я, да. Давай это, слушай, Андрей, ты там в мобиле стоишь? Нет, возле гейта на обзорке, на всякий случай. Потом он 28 провалился. Все понятно. Что влететь на 28? Есть чем ловить там? Или Леха за ним гонится? А ловить? А кто будет бить? Ты его один будешь бить? Я пока не готов. У меня драковак вообще в другой системе. Мне надо прораскаутить еще раз. Вот. И ястерку сейчас мне надо новую привести. Глазки. Угу. Так, минус 2 килла. Потери. Пока так. Блин, у меня МВДшка сгорела. Вот это фигово. Так, а у меня нет, еще есть нанопаста. Из 28 куда вы пошли? Я пока еще никуда не иду. Я пока еще никуда не иду. Я стою я на месте. Я понял. Мне нужен скаут. Первый. Сейчас соберу астерочку новую. Леха, ты в каноре будешь или нет? Не, в НРЛе сижу. Угу. Что такое? Не, ничего. Я починиться зашел, думал на логин трапе посидеть. Угу. Так, пробочки. Благо этого хлама хватает. С нейтралов падает.
Так, вот это у меня проблема, да, с этим? Да, проблема. Надо будет закупиться. Ну, Астара вообще прям отъехала быстро. Он как бы долго не агрился, Иштарчик. Астара как бы жила. Как только дроны вышли, все, Астара отъезжает. Так, вот этих штук еще накуплю тут. Мне все нужны. Угу. Готово. Так, здесь есть, это есть. Риги, Риги, Риги. По-моему, Риги у меня хватает. Да. Риги есть. Дрончиков накидать еще. Да нет, всю пачку не надо. Два оставь. Вот так. И для диклока дрончиков. Денем. А, ну это я у себя. А, нет, есть, вот они. Пять. Нет, не пять надо. Мне 10 надо. 10. Бустер. Бустер, бустер, что-то еще. Я не забыл. Да нет, вроде бы все. Мне кажется, одного модуля кого-то не хватает. Или я пропустил. Ладно, сейчас разберемся. Ну, на таких надо бросать Хелиусов. Я думаю, лучше Хелиусов бросать, чем вот Астерку. Астерки все отъезжает. Почему 15? А где еще одна пробочка? 16 минут. Одну еще дам. Астера не выдерживает натиска от Иштара. Никак. Бесполезно. Уже вот второй раз вот так на одни и те же грабли наступаю. Жесткие у них. Угу. Одного модуля нету. Нет. И так, сейчас я помечу. Мне надо новых ханерисов сюда привезти будет. Там еще лут отсюда вывести на 3 лярда накопилось. Ну вот так, еще 3 штуки привезу, потом сюда будет возможность. Да, у меня вот спам какой-то идет в чатике. Как вот от него избавиться-то, а? Ну все, докаюсь. Поехали еще раз покемпим. Мы одного пропустили, скич проходил, да, PvP-шный скич. Можно было попробовать с ним подраться, но... В этот момент я был занят Иштаром и спасением Драковака. Я знаю, что
прикольно, что с Анейроса ничего не выпало. Так редко бывает. Вообще по нулям? Да, вообще ничего не выпало. С чего вдруг? Кап выпало, Ларш, Армор, Репер. Ты между Синька, что ли, какая-то? Выпало? Вообще, все, что хоть что-то стоит, ничего не выпало. А, ну все, может быть, да. Да там вообще, как бы, сам Анейрос дорогой, а лут-то дешевый. Как таковой. Не даже проблемы сестерские. Не проблемы сестерские. Ничего не выпало. Warp drive active. Так, на ЮД. На ЮД пойдем. Ну такое это самое. Кем, да, это всегда подстава для кого-то. Ну, сейчас мы как бы получились, попались под раздачу, потому что у них система, вот эта АТУ, да, у них есть бридж, откуда вообще. Да, бридж есть, это самое, в который, через который они могут набусить ребят еще больше. Никто не знает, сколько их там может быть. Там может 10. Не слышно, если что. Вообще не слышно. Ты что-то сказал, и я не... А, все понятно. Ты мешал по Дискорду, если все понял. Я, может, это пытался сказать, не нажал. Угу, хорошо. Проверим мобилы. А, нет, здесь не надо. Здесь уже все понятно. Настолько проверила. Угу, все нормально. Мне надо драковак вывести отсюда. Убило на месте. И 6 систему проверю и буду потихоньку вывозить. Починить не нужно. МВД. Да, еще бустер закинуть. Ну ничего, нормально. Логист потерян. Астерка потеряна. Гляну борду сразу. Да. А, 157 и 352, да? Правильно? Да. 157 плюс 352 на 509 миллионов. Я пока потери у меня. Так, все, путь чист, путь свободен. Могу двигать драковак своего. Как вот этих убрать? Нежелательное сообщение. Не нужно абсолютно.
Ну все, все, у меня окна высвались, все нормально. Сейчас я драковак починю, у меня МГДшка горела. Вот, как бы. Небольшой растерянности было. Ты в конуре будешь чинить? Ну да. У нас нейтрал в Анраэле. Я тебе скину контейнер. Можешь мне захватить 400 батареек? У тебя сколько влезет приблизительно? Ну, не знаю, там смотреть надо. У меня сейчас... А, ты сам батареечный? Да, я сам батареечный. Где-то 200 кубов у меня. Чуть меньше... 200 кубов, да, влезет. Вот считай, 200 кубов смогу. А чё, я тебе могу сейчас... У меня все равно логист свободен. Я тебе могу на логисте привезти. Хорошо. Давай. На бисплеера кидай. Да. Но к нам не полетят эти чуваки, потому что они знают, что мы здесь им тычка дадим. Там возьми 400, сколько, если тебе влазит 18 штук, возьми 18. Все понял, хорошо. Или меньше, больше не надо. Угу. У меня после перезарядки как раз 18 батареек оба штук. Угу. Так, ну все на месте вроде бы, ничего, никаких изменений нету. Саня Воловой, ты полетишь в ВПХ? Ну да. Хорошо. Ты один персом полетишь? Я просто только... Пока да. Все, я просто только на тебя сделал док. Я просто не помню альтов. Все, хорошо. Ну, трафик онлайн. Ни о чем не трафик уже онлайн. Онлайн. 30 тысяч онлайн не говорит о том, что трафик будет высокий еще. Это же сейчас в Каране, да? Домой. Во. Была, да. Все в порядке было. Я не так давно проверял. Если ты летишь, я прямо сейчас еще раз проверю. Да, если можно, конечно. А в Unreal нейтрал? Ну, капсула. Просто капсула. Восемнадцать влезло, нормально все. Да. Двадцать километров вроде у меня было. Ну ладно, 20 оставлю. Сейчас пару минут я тут уже буду. Плюс еще КАИ нейтрал.
Так, ты где там? Я на гите. Угу, понял. Доминикс. Отлично, отлично. Ну я не знаю, он куда полетит. Я еще вообще не готов никак на Доминиксу. К нам летит. ДПС бери, Леха, слышишь? Да, Титан, бери, Леха. К нам идет. Я не успею сейчас это самое... Куда проходить, что делать? В М9 проходить? Ну ты умрешь от Доминикса. Андрей, в М9 проходить или куда? Да. Ну сейчас, подожди, еще не проходи, он прыгнул. Сейчас будет прыгнуть. Но я не успеваю просто. Мне, знаешь, давай это самое, я мобилу новую натянул, не проходи. Разворачивайся. Прыгаем в... давай. Куда прыгаем? В НРЛ. На НРЛ я это сделаю мобилу. Уходим все в Канару. В Канару уходим. Уходим. Леха, слышишь? Его тут нет. Он и так в НРЛ. Как в Канару? Мы же на НРЛ прыгаем сначала. Да. Сначала НРЛ, потом Канара. Хорошо. А он, а домик где? Домик в М9Ю. Все, понял. Давай. Почему мы его в УД не принимаем? Потому что мобилы у меня там не готовы. Ты как его ловить там? А в смысле, от гита? Да это домик, конечно. Ну вот гита поймаю, там ну, от парка 15. Подожди, я еще не готов. Ладно. Хорошо. Леха на каракале стоит. Отлично. Он слышит? Нет, он я не слышу вообще. Он тебя слышит. Он тебя слышит. Как этот, партизан. Так, в НРЛ на Канору летим? Или куда? Давай в НРЛ. Вот на ГИТе, в НРЛ. В НРЛ, на ГИТе ЮД тогда. Хорошо. И мне надо, чтобы Непис кто-то пострелял. Я тебе батарейки на в НРЛ, на ГИТе ЮД скину батарейки. Все, стоим там, принимаем. Вот батарейки скинул, все, пожалуйста. Я тебе забыл контейнер скинуть. Хорошо. Еще. Похоже. На автотизе она чуть не убил. Слушай, это Непись меня дизит. Дизи-то можешь вытопить, у тебя же скорость-то выше, чем у... Я понимаю, я просто удивляюсь, какая злая. Я Баргура выгнал. А где Лёха? Чудо, здесь. Ну, а я не вижу, что ты в системе в UD. Да, неужели? А, в UD, да, в NRL. Нам надо, чтобы ты в NRL был. А в UD есть нейтрал? Привет, народ. Okay. Привет. Да. Да. Привет. Это, да, заходи на gate UD. Постреляй Непись там. Только не автотизианов аккурат. Так, мне надо... Цвету отворпать быстро, сейчас я быстро туда сяду. Смотри, он сейчас появится здесь скоро. Хорошо, я думаю, я успею. Там еще бустарт идет. Бустарт. Понятно. Я буду, наверное, астера перехватить бустарда. Так, я дронов забыл, сейчас вернусь за ними. Бустарда я не успею поймать. Слушай, он, наверное, в мобиле у нас сидит, там, в М9Ю. Наверное, мобилу срезал. Под агрой сидит, наверное. Мне так подозрение такое. Да-да, я вижу его. А, нет, мобила целая, но он там...
Че, мне его забайтить, что ли? Подожди, ждем пока. Он где-то на сайспоте, но в ноль не прыгнул. Ну, давай я его каракалом потроллю. Кто боится каракала? Домик? Час. Не, бустар тут. Ну давай бустардом его. Бустард он точно испугается. Я имею в виду бустарда поймал я. Очень странный глюк, у меня не открывается склад на ците. Вот как мне выгрузить батарейки, я ради этого плит. Точку в чат дал, дать флот. Заплюсуйте лево уже, вы чё? Сейчас, да, он заплюсованный. Он заплюсован, чё ты? Да твою ж мать. Он прошел Доминикс, так что ждем его здесь, в ЮД. О, в НРЛ, на ГТ ЮД, ребят. Лео у нас это жлобьё это самое стримит, если что. Так что секреты военные выкладывай. А, слушай, вот, Лео, ты на чем сейчас здесь? Ну, на интри пока. Херово. Мне нужен... Ладно. Я тогда, наверное, вот так сделаю. На диктор могу пересесть, надо? Если... Да, вообще мне нужен сейчас саппорт. С бустардом, ну, 190 кг, он потихоньку топит. А ты, у тебя нету пушек, да, даже на этом? Не. Херово. Андрюха, кинь еще раз турту в флот, я перезаправлю. Ну что, его подержать, что ли? Я держу его, ну, зачем? Кинул. Угу. ДПС не хватает. Прям вообще, он там шелдовый. 10%. Это что за Маруся пришла? А вот это и наш клиент, походу. В смысле, ты за ним не следил, да? Нормально. Не знаю, у меня... Это стресс, я понял. Да. Так, короче, все, ребят, я долетел. Наверное, пошел спать. Саня, так все шо? Хорошо. Давай. Пока. Ты ловишь, да? Да, держу. У тебя диск? Да, у меня дизраптор. Давай. Я? Ты в этот сидж включил? Ладно, давай, тут стрим, то все, до завтра. Понял. Завтра разберемся. Бью. Бастион ты сделал, нет? Да. Давай. Отподкивает. Нам еще долго ехать. Все, он уже отъехал. Да ё-моё, я даже не вписался. Ну, я не знаю, куда ты прыгаешь, Андрей. Да он как-то быстро очень. Слушай, я поймал три цели в один момент. У меня сейчас на данный момент три цели. Я держу разными аккаунтами. Тебя на данный момент бомбит. Так. Поймал тильт. Андрюха, только ты знаешь, что эта хуйня означает. Так, без матов. Пожалуйста, без матов. Не надо нас цензурить. Нет, я вас... Заглуши, если хочешь, но... Ну, блин, постарайтесь, это же не сложно. Нет, невозможно. Невозможно. А у тебя же стрим после 18, все нормально. Нет, я так не выставлял такой параметр. Теперь есть. Так, вот Доминикс. Да его можно астерами было запилякать, ёпрос, это он пустой. Понятно. Лёх, скажи, ты Илья не отвечал тебе ничего? Не хочет с нами поиграть в ПХ? Кто хочет сейчас запинать бустарда? На дикторе пересел. Илья мне не отвечал. Давайте, подходите. 170 километров для бустарда. Чего, на кого ворпать-то? В М9У приходи и все, и ты увидишь там бустар где. Не, я не хочу, это далеко. Хорошо. Так ты на каракале идет лететь два прыга. Я даже на скажу тебе, Мадана, я даже на вороньёре за ним пошел. Ради какого-то трэша два прыга прыгать, что?
38 километров, не-не. Своего-то я зачем лочу? Да, да, сейчас я заберу бустарда. Бустарда мне забрать надо. Ты убил уже? Нет, конечно. Сейчас убью. Ты кого-нибудь ждешь еще или что? Нет, пока никого. Ну, в смысле, стреляешь, идти смысл есть? Ну, я смотри, я жду бастарда, да? Ты можешь прийти успеть? Идешь? Ну, иду. Давай, давай. В какой системе? Блин, тут еще нейтрал висит. Давай быстрей. Тут, кстати, какая-то морика еще. Морика это капсула. Домика яйцо. Че, он пустой был, да? Да вообще без фита. Хорошо, что Варгура показали, может сейчас контент нас набьют. Может быть. Malediction здесь. Ты скажи, в какой системе ты сейчас? Андрей, Лёх, в системе в какой сейчас? А ты в локале не видишь меня? А, все, понятно. Лео, ты идешь? Шип-сканера нету? Ну, кстати, не буду сейчас. Лео тут? Да-да, не убивайте, сейчас я его диктор забавлю. Угу. У тебя сканера нету? Не. Что такое бустарт у нас? А, этот, ты второй, нормально. Это не тот, который иммунный? О, стелька сейчас спасать его будет, смотрите, стопит на нас. Сынка. По-любому. Готовы? Или нет еще? Где вы? Да-да-да, можно. Бубли! Да уже. Нет, вот сейчас уже. Малька ловим? Да-да-да. Малька. Малек ушел. Чутка не успел. Подожди, пока не бей. Все готово. Не знаю, сейчас посмотрим. Да нифига, 9 миллионов плюс коробка какая-то. А не хватает места, мне надо гнать сюда этого. Сейчас я коробочку заберу. Па. Группа-то Линка не килл. Кто зажег? Я не знаю, где килл. Бейте яйцо. Поехал за авиатором. Смотри, у нас локал, да? Чё-то народу много. Уходим отсюда потихоньку. Это все яйца, какой локал. Никуда не уходит, что за парень? Это псевдолокал. Ты Варгуру убери, на всякий случай, на обзор. Нормально Варгур стоит, контент-мейкер. Нам же надо здесь цинку, плома вот. Да он мелкий тут задолбал летать. А кого он пришел-то? На гейт. На собру? Ну убейте яйцо-то, ребят, чё вы? Вы эти самые пацифисты, что ли? Запустить нельзя коробку, да? 55 тысяч. Я тебе говорю, мне надо ехать за авиатором. За акатором. Ну, пофиг там, чё. Авиатор тебе не поможет. А, 50 тысяч там, да? 55. Все понял.
Радиатор берет всего 10 тысяч максимум. Больше. Хорошо, 15. Это под бустерами. Под бустерами. А там, по-моему, фигня какая-то. Дети, все понятно. Ну, сейчас заберу. На 200 миллионов. Нормально, забирай. Там Thunder Child, там не на 200 миллионов, там на лярд выпало. Thunder Child было бы неплохо запустить и на нем уйти в закат. Что-то как-то невозможно сделать. Да, я не заберу, Thunder Child стоит сколько там сейчас? 600 что ли или сколько? Лярд он стоит. А, лярд стоит, да. Так что нам выпал маленький джекпот. Быстрее забирайся. Сейчас. Все остальное ничего не стоит, но все остальное не вытащим из этого. Ты спокойно это заберешь, и на станке у тебя все откроется. Нормально, спокойно. Выставлю. Одно предложение, не стоит произносить. Если что, у меня импл в каноре. Если какие-то проблемы. Ну что за проход, Бора? Нормально, он VR 200 побольше. Смотрите, каракал к вам приходит. Можете каракала побивать, позащищать контейнер в СКИ один. Андрюх, сейчас в рек убьют тебе на лярд. Ну так вы можете спасти в рек? Я поехал за акатором и... Спасти в рек мы не можем. Почему? Каракала не можете убить? Мы можем убить. Я тебе просто говорю, что такая возможность есть. Поэтому ты не отвлекайся, а быстрее лети за... Я уже вылетел. Я уже вылетел. На готове. Я просто предупреждаю. Один каракал летит. Ну подсканен. Он в Google придет. Ну пошли на мобилу. Да, на мобиле принимать. До мобилы далеко. Вот он, товарищ. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, Леон, он твой. Я ему на одну точку. Я лучше под него лезть не буду. Посмотрим. Держите его, товарищи. На скрипке? Тут вообще трэш какой-то. 300 миллионов. Доминикс. Это позор какой-то. Летать с голом. С хитом. Нет. Значит, он это перепаниковал. Надеюсь, ему не придет в голову стрелять по нашему золотому платиновому вот, треку. Он сейчас отъедет. Вот, вот так. Через нулифайер будем использовать. Ну, каракала убрали? Да, убрали. Отлично. Страшный каракал ушел. Страшный каракал ушел, да. Отлично. Сразу починю. Так, и драковак. А ты забрал, кстати, свои эти... Батарейки я все забрал, спасибо большое. Угу. Отлично. Какой ВХ-шный каракал, да? Чё он говорит? Обратите внимание на две капсулы. Вы будете удивлены. Да ладно. Чё Андрюха крабил этот каракал? С1? Я не знаю, не смеши меня. Так, а чё там? Где этот бастард? Да, это с него импровка выпала, понятно. На меня можешь варпать. А. На туртла. А, ты не можешь варпать. Лети. Слушайте, а этот эндорас, это мы его не первый раз-то убиваем. Или видим.
Да, вот, Докович его убивал. Во фруле он сливался, я смотрю. Так, перепакую это все дело. Залезет, нет? Не залезет. Нет, залезла драковак. Отлично, им надо мне имплант поменять с варборчика. У меня имплант. Не видели проход откуда? Нет. Значит, выгодно наехать, да? Так, одна секунда. Отлично. Андрюха там хватку потерял. Альтов забросил своих. Глаз у нас нету больше. Так. Это врек. Шаттл. Подожди, а где это локатор? Это еврек. Вот он. Так вот ты на нем же. Нет, это другой. Это на врек к крузака. Ты его переехал уже. Ты на обзор уйди. Да все, я... Вот я пометил. Синий. Да я уже все вижу, вижу, вижу. Я уже лечу на него. Так, проверю еще раз. Да, все, клон поменялся, нормально. Все загрузил. Теперь у тебя есть Thunder Child, это хорошо. Да, мне он не нужен, думаешь, я на нем полетать, как сказать. Ты его поставь на этого, на Зенокуса, если хочешь. Да, он собирался купить, он с ним купит. Мы недавно нас обсуждали. Хорошо, сейчас я раскидаю денежки, а там с ним уже подрешу. Он хотел бездны фармить. Можно ему написать? Да. Вот прям проблема его найти. Вот пошел же ту, полетел в любой момент. Дело не в том, что корабль тяжело найти, а иски. Все зависит от иска. Есть иски, покупай. Нет исков, не покупай. Мы тебе поэтому говорим, у кого есть иски и кто хочет купить. А, проход V7 плюс нейтрал еще в КИ. V7 Херончик. А в КИ. А? Обратно доедем. Нет, да, обратно, все, 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 да, в ЮДЭ. По умолчанию ЮДЭ. Уходим. Я тоже подтягиваюсь потихоньку. Что-то это... Странно, Саня рано отвалился сегодня. Может со связи, может так он есть, или связи не очень. Его нормальная связь, раз он в игре не отваливается. Видишь, он бы это... Если бы он в дороге был, он бы постоянно туда-сюда. А так мы стараемся. Да, ага. Бустарт на 1,2 миллиарда по килборде вышел, а Доминикс 450 миллионов. Ну, как-то так. Так быстро за, грубо говоря, за несколько минут, а лярд 700, да, вышло? Сидят все не так. Я не пойму до сих пор, что они там делают. Они вроде не на нас не агрились, а во время слива логиста. Вот. Это вообще другие чуваки. Этот непонятно откуда взялся. Этот тоже непонятно чей.
А, слушай, он вел Бустарда, и этот самый Доминик следовал за ним, как это, прикрытие. Это один и тот же пилот. Прекрасное прикрытие. Да. Прекрасно. Без руки, без ноги. Так-то да. Ну, может быть, там жуть нагонял, там, а, там, знаешь, с обратом будет отварпывать, там, проход ему прочищать перед ним. Знаешь. Ну, в том плане. Так оригинально, чё, ну и я же рассказывал историю, как я Сабру перехватил с двухлярдовым лутом в Сабре. Мол, что Сабру никто не будет бить, то чувак решил на Сабре перевести лут. И в тот же день ивен был, 90% дропа лута, короче. Прям все звезды в одну линию сошлись у меня. Посылка доставлена, все нормально, сейчас посчитаю, все нормально. Сделаю передышку небольшую. Пока на я ухожу на пост. А посмотрим, что в целом это должно показать. Миллиард 240. Плюс 451. Плюс. А, это все. А, 1 691 миллиард. Покил вроде показывается. 3 килла. Да, еще профит почитаю я. Так, а напомните, как мне коробочку эту распаковать можно, да? Просто открываешь да, ее можешь. И выгружаешь на склад. Подожди. Не, вы не можете это сделать, пока идет миссия. А, наверное, там написано доставить курьерскую посылку написано. Репак не там или что-нибудь по ней. Подожди. Брик сломать, Очень. Трэшит, брик. Брик сломать, да? А... Сломать брейк. Да. Брик это кирпич. Ну, кирпичом сломать, да как еще? Только не трэш, не потому что она уничтожена. Да, трэш понятно. Да, завершить контракт, типа, да, вот. Да, да, все, сломать ее можно было. То есть я ее кирпичом сломал. И... Да, появился Thunder Child на миллиардик. Лут на миллиард выпал. Показывает мне. Так, 982 и трэш. Сейчас считану. Да, мусор ты этот вообще не считаешь. 12 миллионов. 12 миллионов? Забей вообще. Хорошо. Короче, 990. Неплохо, ребят. Фартануло. Ты помнишь свою первую фразу после убийства Бустера? Ничего не выпало. Но, да-да-да. А он показывает, как, что там 10 миллионов каких-то. Я не обратил внимания, что кораблик-то оттуда выпал. Там взрыв корень. Вот, сейчас я разделю все изочки. И контракт Андрей обратно прими, пожалуйста, сейчас. А, мой конт, хорошо. Да. Так, что-то я не вижу, где он тут. Вот он. Народ, если нам куда-то есть возможность засунуть карго-сканер, то это было бы совсем не лишнее. У меня был, ну я, знаешь, пару раз нету времени, чтобы вот перефичиваться, у меня вот все на Анерисе.
Был в этом, в депошечке валялся. Я думаю, сейчас что-нибудь придумаем. Мне совершенно не обязательно на троне летать. Ну да. Так, и сколько нас было человек? 4, да? Это на 4 части надо разделить. 990. А 247 на каждого. А давай точно посчитаем. 900. Здесь 982 показывает. Я на GT Price, по GT Price проверю. А где там Херон, ты говорил? Ах, я уже все, на него посчитай, не... Посчитай, что пробная сумма просто на 4 была, и все, да. Посмотри, там пусть будет 970 или сколько. Понял, там. Понял. Ну, обычно она там должна быть у тебя четная какая-то. А Херон, я уже не слежу за ним, он, возможно, уже ушел. Сейчас найду, что-то просто я вот редко им пользуюсь. И в маркет. Вижу. А, ровно миллиард. Ровно миллиард. И плюс там... Ну, короче, миллиард давай делим. По 250 на каждого. Вот. Короче, я понял. Доминикс — это был отвлекающий маневр, ребята. Пока мы Доминикса, Астеркой держал, пока я Доминикса пилил, Астеркой я держал этого бастарда. Вот как все было на самом деле. Так, отправляю раз. Два. Правильно, да, все? Всем досталось. Да, у меня все, последние иски осталось, 500 миллионов. Мне надо как-то это... Ну нет, ну, конечно, есть еще запас. Но иски заканчиваются у меня, риски. Да, Логис отъехал с Астеркой, потерял. Ну, и получилось поймать. А, Malediction, ребят. Ну, возможно, через сайспот будет прыгать. В UD попробую поймать его. Андрей. Это не тот же, что здесь был? Возможно, тот же, да. Наверное, вряд ли, да? Это и дело, ну да. Есть такой момент. Он с ними, кстати, был, если что. Угу. Да, вот такой Доминик слетает через нули. Ребята Каракао еще подхватили. И бастард на 1 250 000. А, Сандер Чайлд попался. Миллиард стоит на GT. В GT. Кораблик. Да, здесь показывается, как сам стоимость корабля самого 200, там, 195, там, с винтом. Не рассчитывает. Полный от Сабры. Ушел малек от Сабры. Да, возможно такой. Я сделаю передышку небольшую. Тут отбирал какой-то Акабан. Или... А, это он и есть. Окей, let's go.
Все девчонки на стрим зашли. Тебе там девчонки какие-то на стрим зашли. Это кто? Так, я здесь. Киборги знакомые. Так, пока все спокойно. А вот это плохо. У меня улетает трековак из поса. Сейчас еще пост подобьет. Не дай бог. Представь, Лех, нажал не ту кнопку случайно, и соколов из дерева выпрыгнул в хек. Давно пора. Смотрю, не мог, хотел в кафе, из кафе завести этого самого наших ассетов. Думаю, что-то далеко лететь стало. Поехали на мобилу. Мы на позиции. А я вас не вижу. Где?
В М9Ю, наверное? А, мы в М9. Да. У нас позиция правильная, это просто фигня. Андрюха, спам — это первый признак популярности, я тебе скажу. Сбежал от флота. Да. Че? Успех. У тебя проституток и наркотики планируются. Я их в это... В бан. Может, в бан. Я, кстати, посмотрел по фиту. Uh-huh. Твой Анейрос. Анейрос. Он качает, откачивает приблизительно 300 DPS. Uh-huh. Очень, очень грубо. Дело в том, что Аугуру откачивает 280. Но он, uh-huh. Аугурор стоит 10 миллионов или 8. Может тебе взять Аугуру просто раз. Есть возможность слива. Надо посмотреть. А фит у тебя нет? Нет, сейчас да. Я посмотрю. Сколько у него? 58. 58 и... О, 58 говорю. В телевизоре, поэтому следи за лексикой. Смотри, ты посчитал 320 за 6 секунд, да, 3 штуки. Сейчас я загружаю перса. Это 53 секунды, 53 хп за секунду, да? 160 хп. А чё я парюсь? А тебя нет в Арктиде. Сейчас я в Аркачат. 160. 512. На 6. То? Всё. Всё нормально. 245 в секунду у меня откачка идет. Да, вот теперь посмотри на этот угол. Не знаю, как у тебя, но на моих фитах он полностью как стабильный. Угу, гляну, гляну. Так, ну у него вижу. МВДшного нету. Можно, а зачем? Сейчас, секунду, мне. Мне удобно, что он быстро уходит в сторону. Капстап мне не нужен. Однозначно. У меня батареечный драковак. На 3 минуты. Да, и не блазит.
416 за 6 секунд одна. Арма Repair Model 1. Правильно, 416 разделить на 6, умножить на 3. А Оргор меньше выкачивает, Андрей. На порядок меньше. Но дешевле стоит, да? Ну-ка, если мы МВД засунем сюда. По пауэргриду не влазит. Я тут. Он меньше откачивает. Восемь хп в секунду. А Нерец больше выкачивает. Плюс в том, что он дешевый фит. Только в этом плюс. Но откачивает меньше. Я не знаю, у меня он откачивает 416 каждая репка за 6 секунд. Ну, так я. Ну, а у меня больше откачивает Нерюс. У меня больше, я посчитал. У меня плюс там ларджова еще одна есть. Да, я понял, что. 4. У меня 4 репки. Здесь 3, там 4. Да, но у тебя ларжовая в два раза больше цикл. Она у тебя 512 за 12 секунд должна откачивать, по идее, да? Подожди. За 6 секунд. Тоже цикл. 6 секунд. Поэтому вот этот буст он и идет. Так, сколько это у нас получается? Трижды. Это 1200. 30 и 16 на 1250 грубо разделить на 6, да? То есть по 200 с чем-то он откачивает. 208, да, он... я считал. Да, он меньше откачивает, но просто смотри, у него стоимость какая. Ну, и ты платишь либо за стоимость, либо за чуть-чуть побольше откачки. И видишь, ну, он, кстати, не... Кстати, АБшка это не минус, а плюс, потому что... Я знаю, что он больше шансов на выживание, но мне надо прыгать с одной стороны гейта к другому, и надо успевать побыстро под это... потапливать гейту. На бэшке будет медленно топить. Это проблема на кемпа. Не знаю, он достаточно быстро для этого. 700 километров он едет. Ну, смотри, короче, я тебе просто... Да, я понял. Я смотрю. За почти там, сколько у тебя? Больше 350 миллионов она и растет. Угу, да. Ну, что теперь? Я его не каждый день сливаю, а так, через раз. Бывает. Что теперь? Не все же время на говне летать какому-нибудь каракале. Могу себе позволить. Как я, да? Ну, у тебя нет, зачетный. Он хоть пользу приносит. А не так, что просто летаешь и сливаешь там на каждом гите. Не надо мне сливать этого Атрона. Не, у тебя Атрон уже 100 раз отбился, ты успевал там. Хороший корабль. Вчера поймал. Отбился несколько раз. Да. Да, да, да. Зачет. Атрон зачет. Макс. У нас еще товарищ один в ХАшке. Зовут его Саша. Завтра будем общаться. Поиздеваться хотят на Атронову. Не, ну опять эти прилетели, ты посмотри. Мешает.
А, ладно. Отворпало. Да, еще яйцо не посчитал в статусе. 441 миллион. Плюс 41. Это 732. Миллиард 732. Вышло. Я думаю, полчасика посидеть и хорошего сегодня. Посмотрим. Так, нейтрал. Unreal. Из ниоткуда появился. Ты его сегодня опять крабишь, что ли? Ладно, диктором я пошел в док, спать пора. А, спокойной ночи. Давай. Ну, я полчаса, думаю, посидим и тоже будем расходиться. Спокойной ночи, да. Ну, кто сейчас? Я тут? Угу. А ты ВХ-шку сканил? Да. Ну, не C5. У нас две C5. Одна из них обозначена как C4, а C3 полностью просканивает. Еще стримишь? Да. Ну, будет за 25. Угу. Ну, если что-то важное, то можем спуститься вниз, поговорить там по ВПК. Давай. Да, надо будет потом привести сюда логистов еще одних. Астерки. Настерки фит. Угу. Ну, вроде бы все. Пока есть. Праксиса, думаю, тоже какой-нибудь ПВП-шного. Бейта его загнать. Бейты тоже нужно. Ну, побольше кораблей накидать сюда. Спан идет.
Спам какой-то идет в чате. Ну все, опять тишина стала. Не слышно, не видно. Так, а на чем у меня стерка отлетела-то? А, в смысле, на чем? Чем он бил? Веспы. Да, у них такие фиты. Сейчас я гляну его. Штарчик, вот он, и штарчик есть. Да, у них там прям вот эти вот такие штары, то есть дрон дэмидж амплифайер, вот эта штука прям дамаг колоссальный по астерии. Да, только пробовать там хелиусом цинку кидать на такие штуки. Нейтрал появился. В7. Посмотрим, что там будет, что появится. Опять шаттл очередной. Трэшер. Хорошо. Мобилу. Андрей. Андрей. Ну, пойдем трэшер ловить, сейчас я. Мобилу сброшу, вот так. Пойдет по-любому, наверное, я думаю, сюда пойдет. Посмотрим. Я думаю, в Unreal пойдет он. Андрюха, ты куда рванул? Поехали в Unreal, трэшера поймаем. На гейт Конора прыгай в ноль. Просто пока. Ну, у меня подозрение, что он куда пойдет. Я уже не успею, давай сам. Да, хорошо. Я тут чилю. Хорошо. Стреляем, пока есть возможность. Астеркой потопим мобилу. А нет, я думаю... А вот он. Ох, бьют сильно. Давай, мизаны. А, так это капсула была. Господи. И вообще, я не туда на мобилу прыгнул. О! Да, я ошибся. Дрековаком.
Успея нет, драковака. Роллер. Попробуем роллера поймать. Еще и стабера. О-хо-хо-хо-хо. Стабера я не успею поймать. Андрей, ты тут? Нет. А, тут трэшер. Понятно. Трэшер сюда пошел. Уходим. Чуть не сдохла Астерка. Чуть не сдохла. Это было близко. Наверное, вплотную был. Я неправильно подошел к трэшеру. Надо было ближе, ближе. Ну ладно. А стабер мобили, наверное, сидит. Мобилом билеты. Возможно. Нет. Сейчас посмотрим, где он. Стабер ушел, наверное. Нет, не ушел. Роллер ушел. Понятно, роллер я пропустил. Ох, непись еще тут-то пришла. Так, дронов заберу я. Только какие дроны, наверное? Дроны, наверное, не те. Да, ставер ушел, но тут ходить надо. Че, он меня убил? Срезал? Нет? Нет. Ладно, пойду. Пойду в ЮД. Что-то все рассинхрон у меня пошло.
Drive active. Попробую сейчас еще раз со старой. Нет, не получилось. Не получилось. Трэшера поймать. Дроны все нормально, подключились. Какие дроны-то ко мне летят? А вот он. Давай же уже прыгай. Трэшл, понятно. Давай в КИ, Андрей, за ним. В КИ. Хотя у нас эйспот прыгнул. А нет, он здесь, на КИ. Мистики заряжу. Да, у меня такой таклер дорогой получается. Да, стерки, но эффективный в том плане, что как и глаза выступает, и таклит. Бывает, не выживает, согласен. Ну, где же он? Трэшер-то. Я не вижу его. Давай-ка я логиста туда подкину. Посмотрю. Мне по дронам понятно, Т1 дрона остались. Спустил пачку я. Трэшер не идет. А, наверное, я зря его прокинул сюда. Логист. Цикл сделаю, то мне на дриковаке немножко не хватает армора. Ладно, буду астеры тогда. Да я пытаюсь трэшера поймать, что-то
Он бейтит, но он быстрый и... Да ничего он не быстрый, я у Астера держал. Стабер еще прошел, но Стабер ушел в 7 систему. Ты видел, ты забыл Хабгоблинов, да? Да, 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 да. Мне как бы маленько сосредоточен на другой был задаче. Поэтому я оставил. Стой здесь, он может пройти сюда. Может, успеешь поймать его здесь? Он на гите. Какая миза, не достану, нет его. Вообще догоню ли его? Но это будет долгая история топить на него. Отвор поэтому. То он обычный, что ли? Скорость такая маленькая. Ну, он варпал, все. Тут бесполезно его ловить, понятно. Да, он все, отварпал, Андрей. Так что вот он. Не поймаем. Дроны мне подключились. Т1. Т1 дроны. Вот как-то они в рандом подключаются, дроны у меня. А вот он в ноль, смотри. Давай обратно, это, в ногите стой. Сейчас пройдет, наверное, скорее всего, к нам. А нет, в 100 он в сотке. Сейчас я что-то это самое драковаком пропрыгнул лишний раз, гейт прошел. Коробочку возьму. Где она? Вижу 15 километров. Ну, это самое. Сейчас, вот он. Опять вот куда-то отворпал.
на сейс потом. Что у меня по дронам? Ну понятно, там Т1 для Леклока подцепились, а мне нужны Т2-шные. Поеду, наверное, мобилу снимать. Я думаю, потихоньку давай сворачиваться буду. Андрюх, как скажешь? Ну, потому что чуть не все, трафик остановился. Буду убирать. Так-то неплохо все. Ну да, да. Начиналось криво, закончилось нормально. Получилось все нормально. На сколько мы, получается, прибили? На лярд 700. На лярд 700. Это тоже хорошо. Конечно, я ожидал Доминикс какой-нибудь будет пвпшный, а оказалось, что пустышка. Ананчор. Еще здесь одна система до мобила. Буду штейн переходить на сегодня. Так, а чё? Ага, вот. Все, мобилы убраны. Почти. Еще 27 секунд и все. Docking permission requested. Docking request accepted.
буду завершать стрим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.